Всем привет! Меня зовут Инесса. Добро пожаловать на мой канал. Если вы видите меня впервые, то я из Казахстана, а на данный момент я проживаю в Тунисе. И 2 июня у меня было 2 ровно, как я нахожусь на вот этой вот YouTube-площадке, чему я очень рада. От 0 подписчиков я дошла до 2830 подписчиков. И это без какой-либо раскрутки, это без какой-либо помощи, рекламы. Это вот все благодаря времени и все благодаря тому, что вы проявили знак внимания моему каналу, знак моим видео, то, что вы смотрите их, то, что вы комментируете, то, что лайкаете, все мои видео, все мои фотографии, которые я выставляю в сообщество. Тем самым YouTube еще больше толкает меня, тем самым мой канал постепенно растет, чему, конечно, я несомненно рада. Конечно, у меня не все видео взлетают, у меня есть и 60 просмотров, и 80 просмотров, и 300 просмотров, и 500, и 2000, и 5, и 6000. И вот совсем недавно у меня на моем первом видео я набрала 10 тысяч просмотров, чему я очень-очень сильно рада. Если вы могли видеть, то что в том году я снимала очень много реакций на Димаша Кудайбергена, на Полину Гагарину, на Диану. Эти видео тоже взлетали. На них были 30 тысяч просмотров, 50 тысяч просмотров, чему я вообще безумно-безумно радовалась. Но получилось так, что я не могу подключить монетизацию, то, что на этих видео есть авторское право. Тем самым я удалила абсолютно все видео. Даже я удалила, знаете, такие видео, где были просто картинки с музыкой, и я рассказывала про моду. Конечно, мне хочется, чтобы я видела отдачу от своего YouTube-канала. И мне безумно нравится, безумно я счастлива и рада, когда вы комментируете мои видео, когда у нас с вами идет вот так вот диалог, и вы мне пишете в комментариях мои ошибки, мои успешные видео, успешные дела в видеох. Когда мы с вами обсуждаем, какие следующие видео мне снимать и какая тематика вам будет интересна. Я безумно рада, что между нами есть с вами диалог, а не так, что я снимаю и все это напустую вот так вот уходит. Поэтому я очень рада. Я очень рада, что я закрыла 2 года на YouTube. То, что я закрыла 10 тысяч просмотров на первом моем видео. И чем дальше, тем больше у меня очень-очень много планов на разные тематики, что я хочу снимать. Это и по пошиву одежды, и это про Тунис. Я скоро поеду в Казахстан, я хочу про Казахстан снимать. При этом у меня очень много идей про дизайнерские вещи, про дизайнеров в целом, про тему Востока, очень много тем. Я все это записываю в свой блокнот. Хочу выразить свою огромную благодарность всем вам, моим дорогим подписчикам, а именно Анжелике, Еленам, Ирине, Паше, Эльмаз, Элле, Сергею, Жанны и очень много другим ребятам, которые комментируют мое видео. Огромное вам спасибо за комментарии, за лайки, за подписку. Я безумно вам благодарна за то, что вы помогаете расти моему каналу. Ну что ж, буду снимать еще больше интересного контента я буду вам давать. Надеюсь, что наш союз между вами, он будет на долгое-долгое время. Поэтому я не говорю вам пока, я говорю вам прощаюсь. И ждите в ближайшее время другие интересные видео.